твой отец папа была... был medical doctor, да. Врач, хирург. Да. Да, я знаю. Моя мама была medical doctor, окулист. Да. Глазной врач. Глазной врач. Да. А где они учились? Мой папа учился в Санкт-Петербурге. Да. А моя мама училась в Минске. Как они встретились, ты знаешь? Мой папа уже был врачом, а мама была еще студентка. Угу. Он у них учил, их учил хирургии. Угу. Мой папа был на 10 лет ее старше. Угу. А вы знаете про их родителей? Знаю. Мой дедушка, папин отец, жил в маленьком городке. Он назывался Лапичи. Лапичи. Город назывался Лапичи? Не город, это деревня была такая. Да? Лапичи. И это какое его имя? Его? Да. Это оттуда его имя? Это около Лапилюса было. Нет. Просто Лапичи. Это теперь тоже есть. Лапичи. Да. Это такое местечко еврейское. Да, я понимаю. Беларусь тоже? Еврейское местечко. Беларусь тоже? Белорусы тоже там жили. Да. Во время войны там убили всех евреев. Я знаю. Там жила моя тетя, которую звали Эсфирь. Она там работала врачом. У нее было двое детей, Яша и Мария. И во время войны Яшу убили на ее глазах. Когда он был комсомолец. Комсомолец. Ты знаешь, что такое комсомолец? Ну, как ему объяснить? Это a member of Young Communist Party. Да. И его убили на глазах у моей тети. Нацис. А тетя вместе с Марией убежали. И они долго-долго ходили по лесам и пришли в город Брянск. Тетя моя была с белыми волосами и голубыми глазами. И Мария тоже. И они были как русские. И они остались жить. А бабушку пришли в дом, мою бабушку, ее звали Рива. Ее убили. Мама, подожди, немцы. Это тетя, это дедушкина сестра? Дедушкина сестра. Так что с ней стало? Она стала жива. Она это те, которые жили на севере где-то? Нет. Мура, я с ней говорила. Ага. Они жили в Калининграде. У нее у этой Марии эта дочка вот эта вот? Которая... Она умерла от рака, осталась да. Галя. И Галя, Саша, дети да, ее. Да, Галя и Саша, это они. Ага. Дай мне кусочек вафли. Okay. Что ты еще хочешь?